Здравствуйте, уважаемые зрители канала записки журналиста геймера и читатели одноименного блога. С вами Александр Милошенко и седьмая часть прохождения Call of Duty Infinite Warfare. Сегодня я назвал эту игру правильно. И сегодня у нас вновь Титан, операция «Внезапная смерть», где такая она таинственная, как принято говорят сейчас в интернете, немного криповая. Пройду ее довольно быстро, а потом будет такие некоторые хоррор-элементы. Ну, там нет ужасов, но все такое в темноте, такое все, ну, интересно. Вот, это уже практически половина прохождения Call of Duty. Я думал, что будет частей 20, может быть, будет меньше, около 15, может быть, даже 12, в зависимости от того, какой продолжительности будут. И потом я, может быть, начну опубликовать Mass Effect, потому что я ее наконец-таки заканчиваю. Mass Effect Andromeda. Очень долгая игра, у меня больше 120 часов. Я планомерно зачищаю все планеты. Иногда очень надоедает, иногда совсем не надоедает. Но игра очень неоднозначная, и, конечно же, это не первые три части. То есть это действительно начало новой трилогии, и как ковчеги прилетели не туда, так и игра получилась немного не той. Так или иначе, всех с наступающим Новым годом и до новых встреч завтра или в ближайшее время. Пошли, Рейс! Капитан на мостике! Сэр, адмирал Рейнс на линии. Рейни время не теряет. Давайте. Люки задраены. Рейнс, чертовски рад видеть, сынок. У меня есть секретная информация только для тебя. Свяжись со мной из своего кабинета. Есть, сэр. Связист, соедините адмирала с кабинетом капитана. Есть, соединяю. Слушаю, адмирал. Новые данные об атаке на систему Атис. Мы провели полное обследование агента СДФ, известного как Рая. У пленника обнаружено вживленное устройство. Транспондер. До сих пор работает. И что он передает? Разбираемся. Кстати, я сообщил Солтера о ситуации, требующей твоего внимания. Война в разгаре, капитан Рейс. Поражение невозможно. Отбой. Защищенное соединение прервано. Благодарю вас. Рейс, подробные данные у тебя на терминале. Или возьмем другое задание.
Карта обновлена и готова к использованию, капитан. Смотрели. Но противоположной части зала, где я стоял, повезло меньше. Еще три шага, и от меня остались бы одни воспоминания. Черт! Говорят, он жив только благодаря Итану. Похоже, нам в отряде он тоже не помешал. Знаешь, если бы не Тигр, никто из нас бы не выбрался. Они прикрыли наши задницы. Наша цель, капитан. Тигр отправляется. Хорошего полета, Феррон, и удачи. И вам, капитан Рейс. Стратком поставил новую задачу в районе Меркурия. Кроме того, доступно еще одно задание для пилотов. Эй-Джеки СДФ заправляются на нашей стороне фактор внезапности. Ударим по ним. На Титан? Именно так. Постарайся на сей раз вернуться вместе с нами. Ты целую минуту пробыла капитаном. Это не мое. Жаль, а я уже хотел тебя повысить. Не смей. Я буду направлять вас в возмездие, сэр. Во время заправки боевые возможности кораблей ограничены. Главная угроза — шустряки и Эй-Джеки, находящиеся в воздухе. Принято, Итан. Фронт почти выбил нас отсюда. Хотите отомстить? Еще как, Итан. Скар один. О плохой видимости и сильном ветре. Принято. 1-1 в курсе. Принято. 1-2. Скар, к взлету готовы. Погнали! Взлет через... Ну и туман. Диспетчер был прав. Лучше держаться поближе.
Точно. Вы прямо над точкой. Отмечаю позиции на ваших экранах. Обнаружена группа кораблей. Всего 5. Разрешаю атаку. Задайте им. Нет. Можешь дать залп по Эйджеку? Отлично, чума! Минус один. Осталось двое. Солд? Подтверждаю. Это шустрики. Принято. Зададим им жар. Шустряк на 6 часов.
1-1, есть попадание! Атакуйте! 1-1. Осталось двое. Работай по Эйджеку! Ловушки! Остался один штурмовик. Предупреждаю, замечены два аса. Принято. Комитет по встрече. Ну что, представимся? И где мои манеры? Один готов, второй остался. Сэр, постарайтесь уничтожить этого аса. На час ниже. Цель отмечена. Ракеты пошли. Он уходит. Поджарили второго аса. Итан, у нас чисто? Так точно. Асы уничтожены. Хорошо стреляете. Остались еще цели. Разберемся с ними. Давай займемся Эйджеками. Сэр, это... Ловушки! Всем Скар, вернуться на возмездие. Работайте с вышкой, Итан отбой. Вышка, это 1-1, подходим. Принято, шакалы, вам разрешена посадка. 1-1. 1-2, подхожу. Встречайте дрон, капитан. Выпустил шасси для захвата. Из СДФ получили по заслугам, капитан. Да, вот они. Те
Интересно, что стало с гражданскими, которые работали на той заправочной станции? Это же фронт. Как думаете, что с ними стало? Хорошо, что капитан заставляет их отступать. Нельзя позволить СДФ захватить всю систему. Да, по идее, СДФ в полной боеготовности, а мы все равно застали их врасплох. И это очень вовремя. Похоже, они готовили новую атаку. СССР, хоть немножко. Взгляды, капитан. Сканеры не показывают активных целей. Наша цель, капитан. Капитан, операция «Темный карьер» проходит вблизи Меркурия. Обстановка такова. Это добывающая колония. Веста-3. Она обеспечивает сырьем для восстановления флота. Сегодня отгрузки не было. В 18.00 связь с Вестой прервалась, и все попытки восстановить ее не удались. Что с системой безопасности? Автоматическая. Все охраняется ботами. Наша задача — выяснить, что случилось, и немедленно доложить адмиралу. Угу. Спецразведка. Дал нам что попроще. Не уверен. Что тут? Астероид не на своем месте. Он сильно отклонился от естественной орбиты. Есть след излучения. Куда он ведет? К Солнцу, мэм. Близко? Сразу за рабочими границами, капитан. Наше оборудование справится? Если отремонтированное выдержит, у нас получится. За дело, капитан. Вы слышали? Прыгаем. Начинаем прыжок. По местам. Даю сигнал. Двигатель запущен. Корабль готов. На старт. Выводи нас, Крок. Прыжок через 3, 2, 1. Доклад. Корпус сильно поврежден. Продержится. Излучение растет. Идет ровно. Вот и прыжок. Так, вход через 3, 2, 1. Отклонение 1/100. Порядок. Где астероид, Крок? Мои координаты были в точке перехвата. Веста-3 должна быть... вон там. Веста-3, прямо по курсу, подтверждаю. Подбирай скорость. Следуем за ней. Классный пилотаж, Крок. Вы все молодцы. Боц, скажи Амару вести команду на 3-ю палубу. Крок, готовь ворон, бери управление. Солт, ты со мной. Конечно.
дела, Рейд. Каковы официальные потери? Где? Атака Олимпа. Сколько мы потеряли? 16. Вы слышали, Мак. Ни хрена не просто. За работу, капитан. Пошли, Рейс. Капитан, Мак решила заскочить к нам. У нее какой-то подарочек для вас обоих. Я прихватил ваше снаряжение, сэр. Смотрите. AT&T. Самонаводящийся беспилотник. Четвертая модификация. Стреляет туда же, куда и... в своей стихии. Спасибо. На месте сложный ландшафт и много боев на ближней дистанции. Есть новые отряды от Мак. Помогут заполнить пробел. Дополнительная защита всегда к месту. Роботы помогают разрабатывать астероид. Могут пригодиться. Все будет хорошо, сэр. За дело, Рейдер. Как вышло, что астероид так сбился с курса? Вот давайте и узнаем. Мы с тобой не ученые. Позвать Стармеха? Не, не стоит. Босс, кого ненавидят все парашютисты? Кого? Моль, конечно. Мудрые слова, лейтенант. Ваш ворон во втором ангаре. Штаб-сержант и его люди ждут вас, капитан Фонтей. Не дай бог, как так точно, босс. Опасная хреновина. Теперь проблема с правой ногой. Лучше я, отойди. Вечно в бою. Есть, мэм. Все пучком? Только так, штаб-сержант. И хорошо. Как Итан? Мак готовит его к бою. Крепкий мерзавец. Вот и окно, Рейдер. Начинай. Мы у цели. Лейтенант Солтер, вперед! Ускорение. 3, 2, 1. Отделение. Сканирование через 30. Проверьте все каналы на сигнал бедствия. Да, радио включено. Да, он жарит со всей дури. Так близко еще ни один десантник не подходил. Слышите, лейтенант? Идем на рекорд. Касс, отставить разговоры, это приказ. градусов на солнце? Ни хрена себе! Давай в укрытие. Поняла. Их маяк. В таких условиях не выживают. Неизвестно. Тут все сгорело. Вернемся на базу и доложим Рейнзу. Ищи место для посадки. Я крайне не рекомендую. Штаб-сержант. Вам решать, капитан. Без вариантов. Садимся здесь. Ищем выживших. Есть, сэр. Ангар прямо по курсу. Внутри солнце нас не достанет. Действуй. Есть. Снижаюсь. Надеть ранцы. Вперед!
уходим, гражданский. За мной! Внимание! Отставание может закончиться смертью. Не отходить! Держаться в тени! Принято! Ищем гражданских, живых или мертвых. Вперед! Марш, марш! Прочесать сектор! Включить фонари! Есть! Есть! Стоп! Мы в точке входа! Нифига себе! Питание станции включается днем, а выключается ночью! Видимо, генераторы сдохли! Или что свет горишь? Ага, ночь тут может начаться в любую секунду. Придется идти в тени, без вариантов. Солтер права. Солнечные батареи дадут достаточно тени. Вот наш шанс. Готовьтесь. Марш! Вперед! Не держит заряд. Ого. На свету энергия есть, как темнеет, вырубается. Попробуем извлечь из этого выгоду. Полный бред. Вы слышали? Нашла источник сигнала. Похоже, его застало солнце. Он хорошо прожарился. Вижу крупную постройку. Осталось добраться до шлюза. Солнце садится. Поднажмем. Вперед, капрал. Отойди, марш! Открытие! Шлюзы сейчас на резервном. Включаются при аварии. Но по мне, так это она. Идем дальше. Вперед, капитан. Вы слышали? Боже. У них что, метеорит упал? Простой метеорит не сбил бы с орбиты. Прочесать местность, надо все осмотреть. Жилой отсек. Что-то есть? Никого. Повезло шахтерам. Контракты ЮНСА. Жилье лучше, денег больше. Чем на Титане? Не сегодня. Мне тут как-то не по себе. Пойду-ка я дальше. Не разбуди чужих. Thank you.
Ничего не понимаю. Есть что-нибудь? Датчики удара и сближения не срабатывали. Они добывали взрывчатку. Думаете, это был взрыв? Похоже на то. Продолжить поиски. Так точно, капитан. Только посмотрите. Последний шанс. Светлое, хорошее пиво. Придавило. Не успел выскочить. Что-то его толкнуло и резко. Может, в нем проснулся разум? Касима, не пойти ли тебе... Почти ничего не осталось. Похоже на то. Эй, капитан, у меня для вас подарочек. Что ты нашел? Надо ж помогать друг другу. Кстати говоря, та... твой старпом, она... ну, свободна? Знаешь что? Думаю, да. Ха-ха! Это радует. Надо помогать друг другу, да? Золотые слова!
Черт. Сюда, я кое-что нашел. Иду к тебе. Думаете, перестрелка? Похоже, что да. Бедняга. Эй, Рэй, смотри сюда. Похоже, эти двое не поладили. Может, Итан был прав. Насчет предательства железяк? То есть на них напали роботы охраны? Такое может быть? Внимание! Надеть маски. Сканировать секторы. Ищем выживших дальше по маршруту. За мной, Рейс. Иду след... Рабочие роботы. Без оружия. Почему они так странно движутся? На стенах кровь. У меня тут мертвый гражданский. Еще один? Похоже, шея. Лейтенант, вы ранены? Она в порядке, Каз. Началась ночь. Значит, дроны энергозависимые. Верно, мэм. Давай откроем эту дверь. Думаешь, тут есть кто живой? Надеюсь. Мы найдем их. Эти роботы охраны! Есть энергия! Они включились! С ума сойти! Какого черта нас атакует наша собственная техника? Свет гаснет! Началась ночь. Значит, дроны энергозависимые. Верно, мэм. Давай откроем эту дверь. Думаешь, тут есть кто живой? Надеюсь. Мы найдем их. Эти роботы охраны! Есть энергия! Они включились! Уничтожить оружие! Северный Восток! Район контролируется процентом.
10%.
Замок открыт!
Думаешь, это все? Было бы неплохо. Не стоит ждать и проверять. С ума сойти! Капитан Рейс, смотрите-ка, мы нашли гражданских. Да, это они. И где они? Уже рядом. Посадочная над шахтами. Ты оказался прав. Солт, возвращайся на Ворон-1. Жду в точке эвакуации. Есть. Я сообщу на возмездие. Есть. Внимание, задача вывести людей. Шахта прямо по курсу, совсем рядом. Вперед. Штаб, сержант! Есть! Местные ископаемые нужны для восстановления флота. Си-6!
Заходи, снайпер! На мостике! На час! На 12 часов! Си-6! На мостике! На 12 часов! На мостике! На 12 часов! На 12 часов! У них снайпер! На мостике! На час!